Поможем Леону в его нелегком деле. Церковь. Добрался. Красавчик. Нет, мы сделаем так сейчас. Мы проверим на нем. Это интересно. Так. О, привет. Не мне ли ты это готовил случаем? Так. У нас тут М. М. Ладно, разберемся. Здесь еще собаки вроде должны появиться. Я, конечно, не помню. Может, мне кажется. Сейчас 5 сек. Гнездо, это Кондор 1. Церковь заперта. А Орленок? Орленка пока не нашел. Но они тут все полностью перекрыли. Ясно. Думаю, причина может быть только одна. Да, она здесь, я уверен. Я проберусь туда. Кондор 1, конец связи. Это мы помним вроде. Эти вероломные близнецы потеряли право на покой, когда связались с проклятыми сектантами. Кто-нибудь, прошу вас, уничтожьте эмблемы на их надгробиях. Вручение. Уничтожить эмблемы на надгробиях. Зона, церковь. Угу, две эмблемы. Элегантная заколка. Так, ну давай сходим, уничтожим сперва. Я так понял, близнецы это вот эти челики. Ух ты. Вредитель явился.
Чё-чё-чё извне за... Чё-чё? Запри её в церкви, а с девчонкой запри её в церкви и жди приказов нашего владыки. До той поры не закрывай церковную дверь. Ключ будет лежать... А, не открывай церковную дверь. Ключ будет лежать в пещере на той стороне озера. Чудовище прикончит того глупца чужака. Это мы еще проверим. Озеро. Надеюсь, больше сюрпризов не будет. О, вот и чушка. Заприте ее в церкви до назначенного часа. Так, маленький ключ. Давай попробуем. Может, что интересное. Желтый алмаз. Красота. Да и только. Что я не допроверил, проверим потом. Хотя нет, я вроде... А, наверх надо сбегать, наверх. Сейчас. Колени не бережешь ты, да? Лаго. Давайте, темпе, давайте, давайте. Ой, я забыл, а как, а чё? Угу. Минус нож. А где змея? Змея уползает, блин. Что-то я где-то походу профукал. Может, у меня во время боя с этим, с озерным челиком, чудовищем, столько всего уже было. Давай, зажги еще. Давай.
Да вы горячая штучка, дамочка. Деньги, денежки. Очень важно. А здесь что? Понятно. Здесь у нас будет битва. Цель гиганта. Да кто ж способен поднять такую штуку? Ты удивишься, Леон, удивишься. Кто-нибудь может уничтожить эти синие медальоны? Только вид портит. Сил моих нет, надо терпеть. 5 медальонов, да? Хорошо. Беремся. Там, да, сидит, дрыхнет. Выстрелы его даже не могут разбудить. Или он дрессированный. Так, эту фигню он разрушить вроде может, и там лутецкий будет. Разберемся. Ничто не предвещает наличие медальонов здесь. А? Не, подожди, и чё? Где продаванты? Дальше будет по пути. О, я гляжу, ты выполнил просьбу. Отлично. Зачем отправлять бесполезные пушки пылиться на склад, продай их и вложи эти деньги в улучшение для оружия, которое тебе действительно нужно? Продавая оружие с улучшениями, ты вернешь почти все потраченные на него средства. Все честно, никакого обмана, дружище. Мы все горим желанием тебе помочь. А, это мы все. Ты молодец, друг. Итак,
Чем я могу тебе помочь? Так, денег у меня на это нет. Готов купить почти все. Я знал, что ты все сделаешь. В принципе, у меня не так много оружия-то. Так. Спину жутко. Блин. Ломит. Что поделаешь, старость не радость. Ладно. Чем еще могу услужить? Сейчас я посмотрю, я не могу ничего с этой. Ничегошечки я не могу с ней сделать. Ну-ка. Тут оружия хватит на целый отряд. Привет, привет. Резик офигительный. Резик офигительный просто. Привет. Я тащусь. Итак, чем я могу тебе. Несмотря на то, что я на изи играю. Мне прям очень нравится. Удачи тебе, чудак. Так, и продадим мы вот эту штуку. А как у тебя? Сделка. Ты прошел, Вилледж? Предложить. Так, боезапас. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие — грань между жизнью и смертью. Не, давайте-ка я ничего пока не буду. И чё, как тебе? Как тебе, Вилледж? До встречи. Очень хочется мне знать. О, ну, Хогвартс, я ее стримил, но я ее стримить так особо не хочу, привязываться к стримам. Я хочу ее вот пройти для себя. Я там вообще чуть ли не до слез, я просто фанат Поттера и Хогвартс Легаси, это вообще мощь. Так, сейчас, это у нас куда? Это мы куда, да? Хогвартс Легаси, если ты фанат Гарри Поттера, я тебе очень рекомендую. Не пожалеешь ни разу. О, интересно. Опустив торговый автомат 3 серебряных или золотых жетона, вы можете получить одно украшение. Чтобы повысить шанс получения редкого украшения, используйте больше золотых жетонов. Вот это интересно. Так. Набери как можно больше очков, уничтожая пиратов. Оружие и боеприпасы бесконечные и к тому же бесплатные. Набирая очки, ты зарабатываешь жетоны, которые дают возможность выиграть восхитительные призы. Призы. Обменивай жетоны на украшения в торговом автомате. Там много ценных вещей, которые ты больше нигде не найдешь. Стреляй в динамит. Взрыв позволит уничтожить сразу несколько мишеней. Будь внимателен. Угу. Попробуй. Я тебя награжу всякими разными штуками. Игра хорошая. Развлекайся. Пользуйся разным оружием, друг, иначе так. Останешься без патронов. 3, 2, 1. Огонь! Это пират или матрос? Да. Что ты будешь делать? Ну, что-то такое. Now we
сейчас. Еще. Мишени есть особо крепкие. Таким одного выстрела будет мало. Три, два, один. Да. Как-то здесь неудобно очень прицеливаться. Да хорош, ты чё? Что-то такое себе. Пользуйся разным оружием, друг. Иначе. Три, два, один. Огонь. Что-то минус морячок. Ой, еще минус морячок. Хорош, вы что лезете-то? Целиться вообще неудобно. Жесть. Зарядил, зарядил. Ну ладно. Эту игру в этом купил, да, в Microsoft Store, но консольную версию. На ПК как-то ее, походу, не купить через Xbox, она в Steam, наверное, там только. Знаешь, мне на геймпаде комфортно играть, но на мышке, на клавомыше целиться будет удобнее. Потому что вот сейчас я вообще офигел. У меня... Не то, что автоприцеливание, автонаводка. Такое ощущение, что, блин, как бы даже хуже стало, специально они сделали вот в этом тире. Прям вообще максимально неудобно. Когда ты по игре целишься, там, в зомбаков и так далее, там вообще легко, комфортно все. Так, раз, два, три. Но лучше на ПК. Наверное. Так, украшения. Вы можете выбирать все украшения в меню, изменить кейс у любой печатной машинки. Адочка Вонг. Минус 30% в цене ремонта брони. Блин, какая прелесть. Так. Что мы можем убрать в хранилище? Пару гранат. В смысле выбросить?
недавно побывал в бою, друг. Эта игра, знаешь, чем-то похожа. Чем-то похожа, но у нее вот... У нее... Она, кстати, больше, чем остальные, похожа на деревню. Потому что здесь... Привет. Кстати, привет. Герцог... Чем я могу тебе помочь? Упоминает в деревне вот этого чувака. Герцог же там такой говорит, что покупаешь? Вот в оригинале вот этот персонаж в четвертой части говорил, what are you buying? И он как бы... Это на него референс. На этого торговца. То есть здесь такие же торговцы, ты улучшаешь оружие, что-то общее здесь есть. Озвучка русская полностью, тоже как и в этом вилладже. Угу. Мне просто интересно, что за шестигранная деталь? Окей. Да, видеокарту сдавай, сдавай, конечно, закон на твоей стороне. Блин, надо только все делать аккуратно. По возможности запиши на видео, как она у тебя шумит. Вот. Я не знаю, еще какие-нибудь моменты. Если они себя нагло будут вести, как вот ты рассказывал, какую-то чушь тебе говорить. Просто, я не знаю, запиши их, сними. Так, а чё я что-то... Немножко момент упустил, куда мне там идти. Что, я рано как-то сюда что-то пришел? Нет. Все верно. Угу. Особенно, знаешь, да, вот я же играл Village третьего лица. Мне прям очень она схожа, кажется. Так. Сейчас будет весело. В плане сохранения такие же. А у них у всех же сохранение в печатной машинке. Блять. Вот, пожалуйста. Что за... Вот это вот очень похоже будет, кстати, на Village. Тоже большая рыбешка. Как тебе, кстати, понравилась битва с Моро? Потому что мне очень понравилась. Она как классно сделана. Вообще вся локация мне дико зашла. Топливо для лодки хранится рядом с горючим для генератора в производственном здании рыбопитомника. Бери не больше, чем тебе нужно. Это такой необычный. Да не знаешь, они все вот крутые, но Моро мне больше всех понравился. Почему-то не могу объяснить. Концовка не зашла. Там еще дополнение же есть. С Розой связано. Может, там как-то... Как мы сюда сперва сходим? Вот знаешь, я тоже не сказать, что мне надоело, но я просто хочу немножечко от нее отдохнуть, абстрагироваться. Я поэтому вот и прохожу на легком, чтобы вообще не париться. Прошел быстренько.
Получил эмоции. Угу. Так, сейчас мы сбегаем еще наверх туда, посмотрим, пока игра разрешает это сделать. Так. Угу. Я в кого-нибудь запульну этим. Так, сейчас. Гранат надо будет накидать, ребят. Все, я вспомнил этот момент. Все, вспомнил. Офигенное место. Хогвартс обязательно буду проходить. Обязательно буду проходить Хогвартс. Ты чего? Ой. Вот эта фигня прям жуткая, жуткая. Капец. Хогвартс, да, открытый мир, я не помню, говорил я или нет. Он прям очень крутой. Давай, давай, я жду. Иди сюда. О, это что такое? О, и чего?
Так, гадюка. Открытый, да, Хогвартс, открытый мир. Поначалу тебе как бы там проводят за ручку, ну, научат всяким азам и так далее, но потом он у тебя будет полный. Да он, в принципе, сначала такой, весь замок у тебя открыт. Ну, классно, в общем. Не знаешь, какая игра понравилась еще? Я ее, правда, не прошел. Far Cry 6, без шуток, прикольный. Но... там как бы серьезно к ней относиться не получается. Мозг отключаешь, бегаешь, стреляешь. Кайф после рабочего дня. Тяжелую, самое то. Не подошел? Тогда, да, тогда Хогвартс. По-любому. Знаешь что, я же Hi-Fi Rush прошел. Не слышал про Hi-Fi Rush? Пятая часть мне понравилась, Far Cry, да. Я платину даже выбил в ней на PlayStation. Игра. В таком, в анимешном стиле. Но она прикольная, она такая рок-н-ролльная. А, слэшер. Но там нужен геймпад. Если есть геймпад, вообще идеально. Без геймпада смысла нет. Старая курительная трубка. Hi-Fi Rush, ритм игра такая, ты там бегаешь, как бы в ритм, тебе надо этот нажимать, бить чуваков. Там чел с гитарой бегает вместо оружия. В общем, прикольно тоже почилить после рабочего дня. Так, ну-ка, подожди, что здесь, ничего? Типа как... это желтое там было. Так, еще один где-то должен быть медальон. Так, еще одна шестигранная деталь, прекрасно. Аркуша. Местная отмычка. У меня, смотри,
У меня вот такой Series S-овский. Но сейчас я играю на проводном. Вот мне так комфортно. Заряжать не надо, ничего. Вот такой вот 8-бит ду. Он прям вообще супер кайфовый. Сейчас я тебе в чат напишу. Xbox-овский мне офигенно нравится, но что-то я этот... Заряжать мне его лень. У меня есть и аккумуляторы, и съемный аккумулятор литий-ионный. Просто кайфово. У меня подключен провод. А там, там надо смотреть. И знаешь, вот ты сейчас будешь ржать. 8 битду в ДНС только у нас есть в Казани. Привет, привет. 30. Нет, здесь 60. Насколько я понимаю, здесь 60, потому что у меня сейчас стоит режим. Это Series S. Где он мне? Короче, режим производительности стоит здесь. Я вообще не замечаю никаких проблем. Тут, по-моему, 60-чик. Так комфортно очень идет все. А по поводу 8-битду, там есть, надо смотреть версии. Там есть для ПК, для Свича, для... Привет, привет. Для ПК, для Свича отдельно, для Xbox отдельно. Но видишь, для Xbox они проводные, по-моему, только. Потому что у Xbox своя вот эта вот система подключения беспроводная. Необычная. Там не Bluetooth вроде, у них какой-то свой протокол. Вот я вот такой проводной взял и прям не нарадуюсь. Ну-ка. Денежки. Давай попробуем. Давай, мне даже интересно. Сейчас я посмотрю. Мне кажется, ничего не изменится. Так. Выйти придется, интересно, нет? Осталось только найти. А, так, частота кадров из главного меню. Сейчас мы дойдем тогда до этого, до сохранения. Я обязательно чекну. Блин, я заблудился. Сейчас. Да, сейчас для интереса чекнем. Или хотя бы автосохранение. Так, куриное яйцо. Топливо. То, что нужно. Блин, жалко, что я не нашел больше этих. Медальонов. Такие вайбы Bloodborne. Хотя нет, это на первую локацию Нео похоже. Я только там первую локацию и видел.
Сейчас еще чуть-чуть осталось. А, ладно, вот автосохранение было. Сейчас выйдем. Получен кейс. Так. А, вот я вторую часть не прошел, но вторая часть мне сильно не нравится, потому что я казуал, она мне сложной просто показалась. Вот. Третья часть, там убрали пару локаций, насколько я знаю. Но третья часть мне вообще дико нравится. Она такая прям движовая, классная. А в четвертой они много прям переработали. Здесь вроде все знакомо, но где-то что-то поменяли. Вроде локации узнаваемые, но, блин, как-то играются по-другому. Это ремейки, да-да-да, ремейки. Да-да-да, ремейки. А, вот. Ой, блин, 30 FPS после 60. Ну, видишь, разрешение подтянулось. Разрешение сейчас. До этого там 900p было, видимо. Но что-то не, что-то играть вообще не кайфово прям. С 30-очкой после 60 прям тяжело. Если б я начинал с 30 FPS, то может быть, но нет. Короче, давайте обратно. Сильно разрешение меня не парит. Блером все это замывается. Так, ну-ка, бонусы. Сервис. Нет, 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 не игра сервис. Ни в коем случае. Здесь как бы есть, здесь ты можешь купить как DLC за деньги, за реальные оружие, например, крутое. Вот здесь я не знаю, не смотрел, но во второй, в третьей части ты можешь купить оружие. Вот это как DLC у тебя идет. Ну, это было, знаешь, это было и в этих частях тоже, в оригинальных на PlayStation, там через... Ты проходишь игру, там набираешь очки, и ты получаешь крутое оружие какое-то, вот. А здесь ты можешь это купить просто. Это прикольно. Так, еще нам одно нужно, да? Сохраняться смысла нет, автосейв есть. Диабло же еще сегодня бета запустилась бесплатно. После резидента я хочу проверить. Да, Леон, сейчас ты, друг мой, удивишься. Это прям как в оригинале, он тоже смотрит.
Ой, вот это я проморгал. Ну-ка, 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 давай. Озвучка русская. Это в Resident Evil Village у них появилась практика такая. Достаточно качественная, кстати. Сейчас ли он? А, нет, серьезно? Давай, давай, давай. Я тебе больше скажу, он еще здесь так вовремя матерится иногда. Редко, но метко. Не как в киберпанке, где через слово у них. Мат-перемат. Тебя же траванули, Леон. Я и забыл. Какой. Привет, привет. Как делишки? Супер. Супер, вечер пятницы, а я в резиденте. Ты 3 часа не выходил на связь. Как ты там?
Прости, я в норме. Это не повторится. Как раз ищу, чем ее отпереть. Со Splinter Cell-то? Поняла. Рада, что ты цел. Отбой. Если да, то... Нет, нет, нет. Больше не проходил. Вот оставлю на какие-нибудь стримы такие. Пройду, когда резик. Что-нибудь будет нейтральное. Обязательно ее поиграю. Играется она супер кайфово. Так, ну-ка, все. Че, нельзя с ней сделать больше. Да, мне понравилось. По-любому будет. Так. Ой. Ой, вот этот ночной лес. Ну зачем, а? Вы меня напугать хотите? Чуть сильнее? Короче, я же... Вчера была тема про внешние жесткие диски. Я себе все-таки... У меня тут... Намутил я, в общем, жесткий диск себе. На терабайт перекачал туда все игры для 360-го Xbox, для Original. И прям кайф. Еще больше всякого интересного накачаю. Да. Да, подключил на Xbox. А версии игр для X и S оставил на SSD-шнике. Вот. Они молятся на этого, походу, на Эль-Гиганта. А, все понятно, это... Лос-плагосовая башка. Чего, бля? Знаешь, я взял недорогой на вторичке за 2000 1 терабайт Toshiba. Вот. И он прям хорошо подходит. Работает без проблем. Рекомендуют еще сигейтовские. Backup Plus. Но они дорогие. Я пока пас. Так, стрелы сделаем. Вот же, как можно сделать с ним. Вот, но тут, да, тут, как бы я так подумал, а мне лично какой-то супер, там, я не знаю, навороченный для этого не нужен. Там, с гарантией и так далее. Просто это не какие-то супер важные данные, которые я боюсь потерять. Если что. Вот, поэтому я взял на вторичке. Но это вот каждый на страх и риск свой берет. Я вообще так вещи, знаешь, налегке обычно покупаю. Долго не думаю. Светилище, что ли? Светилище, светилище, как ты догадался-то? Тот же символ, что и в церкви. Угу. Ой, знаем мы эту тему, блин. Не, у нас тоже такой есть в Казани магазин.
который наклейки клеит свои. Вот. Озеро. А я тоже там отодрал наклейку, что ли, или что? Мне сказали, что я не у них брал. Обычное дело, блин. Так, осмотрите две точки на карте. Так, место отмечено на рисунке. Место отмечено на рисунке. Хорошо. Мне нужно опять в лодку. Короче, мутят они фигню какую-то непонятную. Так, люди, принесите мне редкое золотое куриное яйцо. Для чего оно мне нужно? Я вам так скажу. Меньше знаешь, крепче спишь. Окей. Пробуем. Поищем тебе яйцо. Ключ от старой часовни. Да, это нам надо. Может, знаешь, может, сотрудники просто хотят какую-то свою выгоду сыметь. Это, конечно, не всегда так, но бывают недобросовестные ребята. Ну, что-то дешево, дешево, что-то. А что за диски? Тебе понравилось. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Так, курительная трубка. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Как раз то, что нужно. Молодец. А, ну форзу я бы, наверное, не продавал, но же такая все равно прикольная. Ну, на память хотя бы даже. За 100 рублей. Или продал уже все. Славно! У меня еще остались новинки, которые тебе пригодятся. Что-что? Как нам удалось добыть все это? Вот-вот, да. Не ну не мало ли там какие-нибудь эти. Так, лошадь для ТМП. Блин, я хочу лазерный прицел. Может, карателя вообще взять? Блин. Давай возьмем. Придешь, когда освободишь место. Сможешь пробить почти все, что угодно. Кстати, да. Exodus я тоже хочу пройти. Друг, я тут всякой всячины раздобыл. Спасибо, что напомнил. Это прям хочется. Так. Готов купить почти все. Славная сделка. Чем еще могу услужить? Попробуй-ка это. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Попробуй-ка это. Держи. Все, как ты хотел. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. У меня еще остались новинки, которые тебе пригодятся. Так, сейчас что-то у меня там... Трансляция. Куда-то делась. Не, все норм. Вот я пробовал первые, но что-то я это как-то вот не хватило мне. Друг, я приходил.
усидчивости, чтобы их пройти. Так, смотрим. Да не, нормально все. Это ты узнал. Какие бывают люди, блин. За 100 рублей. Надо было посмеяться им. Ну, хотя ты, наверное, посмеялся им в лицо и ушел. Да, они там, блин, наговорят. Ну, про фифу я еще поверю, но вот Порза, она такая, мне кажется, со временем она может рарной стать. Может. Знаешь, у меня был период такой безденежный. Я прям столько дисков продал от четвертой плойки. В свое время мне так очень жалко. Теперь. И я стараюсь сейчас не продавать, если уж у меня диски какие-то есть или картриджи. Ну да, да, Соник, это вообще, блин, они сами рынок не знают, блин. Да, сходи. У меня было такое, что я тоже пошел что-то так же сдавать. То ли геймпад, то ли что, и мне там за него прям такие несерьезные деньги предложили. Офигеть, я что ему в динамит ножом ткнул, что ли? А, Леон, ты не соблюдаешь технику безопасности, друг, ты что? Блин. Технику безопасности работы с горючими предметами я знаю как свои три пальца. Взрывоопасными. Это вообще... Ой, я уж честно не помню, за сколько я геймпад продал, но помню, что это прям офигеть, жуть какая. Дешево.
Не, точнее, я его потом продал нормально, да я тоже так же там получилось через другого продавца. Так, вот тут я вообще, честно говоря, тут припоминаю. Раз. Что-то я не так делаю, да? Я что-то припоминаю из четвертой части. Да не, они тебе могут просто сказать, что этот нет в базе и так далее. По факту, блин, просто им это нафиг не надо, потому что уже не актуально. Вот эти игры типа NHL, FIFA, они же такие сезонные очень. Короче, блин, что за фигня? Есть тут какой-нибудь этот подсказка для нубов? Нет, или это просто в стиле судоку? А, можно было выстрелить в эту штуку? Ой, знаешь, FPS я даже нет, не знаю, наверное, стороннего какого-то приложения, скорее всего, нет. Там, если нажимаешь вот, вот эту кнопку X, а тут нифига не запись. Так, топ параметры. Нет. Там, короче, не встречал я такого. Ну я рили хз, вообще как это делается. Эту комбинацию надо начально найти, как это. Допустим. Ладно, все. Блин, а мне туда надо так-то? Серьезно? Ладно, прогуляемся, посмотрим, может тут что есть. Да вы...
Так, это мы открыли, все понятно. Ой, я случайно. Прикольно. Можно было разве найти такого здесь? Так, у нас там трава еще. Вот именно. Так. Или... Так. А, вот же, блин. Угу. Раз. О, на лодке надо будет туда съездить. Battlefield Vietnam, да, играл. Он охрененный был. Я не помню, по сети я играл или не играл. Ой, резик на ПК купить, наверное, надо только... Можно, точнее. Я реально в Battlefield Vietnam играл. Я вообще не понимаю, почему нет сейчас нормальной игры вот в этом сеттинге. Джунглей каких-то жестких. Вьетконг я даже играл игру. И первую, и вторую я их, конечно, не прошел, потому что у меня и комп не тянул в свое время, нифига. Battlefield Vietnam я помню, прям кайф игра. Так, ну вот же они, да? Подожди. Вверх. Вот же, вот это вот. Угу. Потом что? Или это просто начальная... Каким таким образом я это сделал? Нет, я вообще не понимал. Я до сих пор не понимаю, как управлять этими самолетами. Но нет, а там еще управление было жесткое. Прям вообще жестокое было управление. Это сейчас мы еще играем на геймпадах. Это как-то больше разработчики нас щадят. Тогда всем было пофигу. Вот даже взять Splinter Cell, да, Pandora Tomorrow, он же офигенно управляется на геймпаде. Ты как бы, если медленно ведешь стик, он идет медленно. А на компе тебе колесик надо было мышки крутить. Бомбардировщиком, кстати, в этом кайф управлять сейчас в пятом Battlefield. Там прям жестко можно грязь сделать. Так, здесь я все облутал, да?
Вроде все. А если такой же бомбардировщик в чужой тиме, то тогда вообще забей. Меня так в первом Battlefield обычно бесили эти бомбардировщики. Нереально было против них катать. Так, ну-ка, дай-ка я, смотри. У. Здесь у нас торговец. Через все озеро, да? Туда можно заскочить. Вот сейчас я припоминаю, что-то, как ты сказал про лодки. Что-то прямо у меня в это отчетливо вспоминается. Так. Я точно по сети его не играл, потому что у меня тогда пиратка, естественно, была. Денежки собираем. До сих пор есть. Так что... Мне кажется, там даже минуты не протянешь. Так, все, надо вернуться, да? Кстати, сейчас я заметил, вообще весь YouTube, весь мир просто завален резидентом. Куда ни плюнь, везде резиденты его. Да. Так. Ну. Роскошный браслет. Вот это поворот. Вот это поворот. Интересно. Ну-ка. Объединить его с этим надо. Да. Атомик я, кстати, не играл еще. Атомик я обязательно... пройду, но я сейчас... Я поэтому не хотел его стримить, потому что весь мир его стримит. Но Resident я не, даже не как бы не для просмотров стримлю, а вот для себя. Я прям хотел его поиграть на старте. Очень хотел. Да, я еще пропустил каким-то образом. Да, и все, и на 100 часов ты пропал. Даже больше, наверное, если повезет. Про РДР вообще ничего говорить не буду. Надо играть. А у меня тоже, да, у меня инет этот. Прям вообще тьфу-тьфу-тьфу. Провайдер топовый.
Я не буду говорить, сколько у меня. Так. Что-то я как-то опрометчиво заехал сюда. Red Dead Redemption и Ведьмак. Ведьмак я на PlayStation 4 наиграл. Я потом смотрел, сколько я часов на нее потратил. Больше там в районе 400, наверное, часов на Ведьмака. Я ее прошел раза 4 точно. Да, жалко, что RDR не вышла на ПК. Она у меня установлена, я ее когда-нибудь пройду. О, Александрит. Все, можем мы закинуть браслет. Ой. Динокризис 5 лет. Вообще по времени, если так считать, меня 7 лет заняло прохождение Last of Us первой части. Потому что я ее купил на третью PlayStation в 2013 году. Офигеть. Вот это поворот, ребят. И я ее прошел только в 2020 году. Вот это самое долгое мое было прохождение. Что-то я какие-то всплески здесь слышал. А что значит Дина файлы? Какие-то утяжеления, усложнения игры. Вот там золотое яйцо по-любому должно быть где-то. Понял. А коричневое куриное яйцо. О, золотое куриное яйцо.
Это я возьму. А там, знаешь, там не просто, по-моему, надо игру пройти, там, скорее всего, надо пройти с какими-то условиями, если я не ошибаюсь. Вот, допустим, в третьем резике, в ремейке, там надо было определенное количество очков набрать, и тебе тогда открывалось всякое. Так, для дробовика, для пистолета давай возьмем. Рыболов-охотник. Так, что же мне с тобой делать? Зубочистками, да. Зубочистками, которыми Эль-Гиганта чистит зубы свои. Так, крысы где-то я слышал. Мышей, крыс. Или это летучие мыши. Так. Понятно. У нас тут сейчас опять будет эта хренотень. Простите. За мой французский. Смотрим. Угу. А, все, водичка. Ну. Вот еще должно быть. А в оригинале здесь можно было вроде на крышу забраться. Не, крысы, знаешь, там задание у меня есть от торговца. Надо убить крыс, но это не в этой локации. Последняя шестигранная деталь. Так. Шпили-вили подобрали.
Нет, все, у меня нет уже места, блин, что бы мне такого? Ничегошеньки я не могу создать. Ну что значит, играешь на легком? Ну и ладно. Так. Три. Да, там много прям ребят стримили, причем они такие, ну, задроты в хорошем смысле слова. Они прям на хардкоре играли, там кто-то спидранил, я смотрел тоже. Я люблю смотреть какие-нибудь, вот кто может, там, спидраны делает, мне нравится это смотреть. А здесь что? Здесь я все собрал, вроде, да? Или нет, или я здесь вообще не был. А, да, был же я здесь. Че я туплю, блин. У меня топографический кретинизм, я вообще забываю махом дорогу. Да, без проблем. Гнездо, это Кондор-1. Нашел ключ от церкви. Поняла. Теперь ищи Орленка. Да, болтать некогда. Выдвигаюсь. Кондор-1, конец связи. Блин, я тупой, надо было оттуда мне. Ладно. Че это пищит, а? Ладно. Живи.
Но он этот, он требовательнее. Я вот вижу, что он даже на Series S играется. Ну, у него такое динамическое разрешение. А PS4 обычная, она мощнее, чуточку мощнее обычного One. Так, мы можем отсюда, да? Нет, мы не можем отсюда, нифига, или можем? Блин, мне интересно даже. Вот это интересный вопрос. Если я не ошибаюсь, то теоретически X мощнее Series S, но S, он, если Full HD, то он мощнее вроде как, а X он может 4K еще. Ну, что-то тут сложно все, поэтому я даже не знаю. Так, нет, вот сюда нам надо сперва. Судок, которую мы заслужили. Блин, запутался. Прям по максимуму. X мощнее. Ну да. Порочный идол. Пятнадцать тысяч. Не хухры-мухры. 40%. Слушай, это прям шикарный показатель. Это вообще не слабо.
Так, деревенское святилище здесь есть, да? Давай пойдем отсюда. Угу. Да, тут уже потому что вот эти всякие RTX и прочие шляпы. Если я не ошибаюсь. Подожди, нет. Я куда зашел-то? Привет. Есть кое-что новое, чужак. Давайте-ка мы вот этот продадим. Чё он? Спасибо. Отлично. Ты профессионал. А дувонку не продадим. Даже не просите. Нам все равно, рубины или рвань. Славная сделка. Забирай. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Попробуй-ка это. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Гарантирую, эти деньги... Что ж, удачи тебе. Отлично, чужак. Что, это все? Так, лазерный прицел. Мне еще две... Понимаешь, не все можно купить. Нет, дробовик у меня. Дробовик на месте. Я продал этот маузер. Как он там? Оставшиеся просьбы прежде. Так. Патроны для пистолета, писеты. Ну нет, патроны лучше оставить. А, я только оружие могу положить, оказывается, представляешь, в хранилище. И спреи всякие. Ну ладно, давай мы. Положим арбалет. Чем идти дальше? Иначе придется. Дровосек. Знать, как все могло реально быть. Дровосек. Правда? Посмотри, наверняка что-то понравится. Подожди-ка. Сейчас. Прикрепляемые мины. Чё, хорошая профессия, но редкая сейчас, да, и так она скорее всего не называется. Так, сейчас у нас будет месье Эль Гиганте. Так, вот сейчас ты шутишь или правду говоришь? Потому что это тоже классная профессия. Школьник, ну тоже ничего. Учение свет, а не учение чуть свет и на работу, как говорится. Так, все. Поехали. Черт.
Лас Плагас. Привет. Я спас его. Как ахиллеса он, смотри. А, в оригинале была собака, да, только ты ее спасаешь в самом начале. А здесь мы ее спасли чуть позже. Круто? Круто. Ну, в оригинале я прям этот нормально так потел здесь. Так, нужно идти к церкви. Ну смотри, да, вообще красиво все сделано. Молодцы, Capcom. Там волк скулит еще, надо погладить его, наверное, сказать спасибо, волк. Без разницы куда, да? Пойдем. Так, здесь у нас сокровище я профукал, блин. Можно на пенсию. Он еще в этом появлялся. В шестом резиденте, так что еще не все потеряно у него. Че, где тут? А, да, откуда он вылез, да, да. Хроника вскармливания. 6 месяцев. У него едва прорезали зубы, но он уже тащит в рот все, что попадается на глаза. Он еще не умеет ходить, но уже заглотил целиком собаку. 9 месяцев. Он уже больше меня и продолжает расти. Здание ратуши стало для него слишком тесным. 10 месяцев. Продолжает расти даже после переезда в рудник. Съедает целую корову всего за 3 дня. 13 месяцев. Размахивает самой большой киркой, словно веточкой. Чуть не сожрал мужика из деревни. Ему мало еды. 17 месяцев. Коров почти не осталось. Такими темпами вся деревня сдохнет от голода. Мы обратились за помощью в замок, и они усыпили зверюгу с помощью заклинания. Надеюсь, он теперь не скоро проснется. Да.
Фотограф, да, фотограф это бизнес. Порт для зарядки. Я забыл прикол такой из отбросов был такой прикол подобный. Но я не буду его сейчас озвучивать. Да блин, я забыл сокровище опять какое-то, я не знаю, это как это называется. Ладно, не буду сейчас я этой фигней страдать. Но есть одно но, где-то я пропустил этот синенькую фигнюшку. В оригинале она под мостом где-то была. Тут я даже не смогу посмотреть. Моста не вижу никакого. У меня есть и Switch Lite, и обычный Switch. В общем, так получилось, что я хотел продать Switch Lite. Но не получилось. Потом что-то как-то передумал. И вот у меня осталось два. Кстати, очень удобно. Но она, как первый Switch я бы, наверное, брал все-таки такой стационарный. Нет, знаешь, если я играю в какие-то игры двумерные, типа старых вот сеговских, нинтендовских, там Nintendo Switch Online есть сервис, вот их комфортнее играть на лайте. А в что-то большое уже на этом, на обычке. Знаешь, а обычный Switch очень неудобно держать в руках, когда ты в портативе. У него джойконы люфтят немножко в любом случае, потому что как бы, ну, они должны чуточку люфтить. Вот, и это немножко некомфортно. Такое ощущение, что они отвалятся, вот у меня есть. Не могу ничего с этим поделать. И поэтому немножко мне некомфортно. Вот. Но у меня не было такой задачи, цели иметь два свеча. Вот просто так получилось. О. Смешно. Ой. Что-то даже не смешно уже. Нет, пасть смешная была. А все остальное не очень. Так. Кто здесь? Ой, блин. Так. Сейчас нам дадут этот какого на попечение Эшли. Хочу помочь. Помню эту загадку.
А да, я ее грохнул. Это вот она после нее тебе свободное использование дают лодку. Рыба прям кайфовая. Эшли? Рыба мне нравится. Ты тут? Она мне напоминает Моро из Вилладжа. Ну что, тоже был рыбой. Блин, шутки за 300. Так. О, я настолько старый, что помню вот эти телефоны Motorola Razr V3. Так, здесь у нас Эшли будет. Эшли. Эшли Грэм, ты тут? Не подходи. Слушай. Полегче давай. Я Леон. Я здесь по приказу президента. Странная девчушка. Снаружи опасно. Прошу, выслушай меня. Что это? Вон там. Нет, за тобой пошли они. Salvation. Все. Так. Я думаю, резидента на сегодня хватит. Продолжим завтра. На этом месте я прям остановлю.